Вот накоптили мы рыбку. Надо освещение. Тут так как что-то сыпалось. Сворачивает, да? Ну, она же засыхает. И тем более при копчении. Вот эта рыба не мазанная маслом. Она блестит, видите? Из-за того, что она очень жирная. Маслом, как это любят делать в магазинах, мы не мажем. Никогда. Вот такие вот карасики. К сожалению, аромат не передает камера. Просто слюнки бегут. Вот такой вот карасик. Это в скором видео вы увидите уже копченого петуха бройлера. Да? Засыхает, вот как его ведет. Несмотря на это, он жирный, вкусный. Слюнки бегут.